Друзья, всем привет! С вами Лися. У нас сегодня 30 сентября, уже вечер. Я вам хочу показать небольшой заказик из Вкусвилла на 1400 рублей. И также хочу дать вам отзывы по вот этим вот напиткам, которые я покупала. Может быть, кому-то будет интересно. Давайте сначала покупки. Значит, вообще из-за чего был сделан заказ? Из-за того, что мы заказали вчера вот такую вот коробочку конфеты. Дочке безумно понравилось. Ассорти суфле в молочном шоколаде. Первый раз она попробовала такого типа конфеты. Ей так понравилось. Это я такое интересно говорила, говорю. Это как мороженое, но только не холодное. Откуда у меня такие ассоциации взялись? И это было как-то так спонтанно мной придумано. И она попробовала, и ей понравилось. И, в общем-то, снова попросила, поэтому заказали две упаковочки. Сразу будет и доченька кушать. Я тоже пробовала белые конфетки. Ну, похоже на птичье молоко, но немножко как бы отличается. Ну, можно назвать вариации на птичье молоко, поэтому они не называются птичье молоко, потому что это суфле, да? То есть свой рецепт. Далее решила взять вот такой вот зефир черносмородиновый, не знаю, вкусный, невкусный будет. Я вообще что-то думала, что заказала сливовый. Ну, в общем, я как всегда. Я люблю зефир, он здесь такой маленький, меня это и подкупило, что маленькую зефирку достал, съел, и все, они вот такие вот зефиренные, знаете, которые я два дня буду одну штуку есть. В общем, попробуем. Далее вот такие вот воздушные чипсы рисовые с морской капустой и чили, такие я брала постоянно, когда их видела в наличии. Очень вкусные, остренькие, прикольные. Мне просто захотелось чего-то солененького. Также взяла вот такие вот, ну, чипсы из мяса птицы. Знаете, такое вот, как сушеное прессованное мясо из индейки. Опять же, из разряда того, что захотелось чего-то такого солененького, каких-то снеков. В общем, обычные чипсы я не ем, вы знаете, поэтому выбирала во вкус или чтобы мне взять. И опять леденцы, вот эти вот одноразовые, подумала, возьму еще такой вариант, вдруг мне захочется, чтобы у меня был выбор. И они там были ассорти, я взяла 4, думала, может быть, мне 4 разных вкуса положат, но нет, мне положили один с дыней и 3 с манго. Ну ладно, тут индивидуальная упаковка, это меня и подкупает, то, что один открыл и скушал, и, в общем-то, все. Не хочу покупать, повторюсь, большую упаковку леденцов, потому что я 1-2 съем, и они просто будут открытые, засыхать, портиться, таять. У меня как-то не растаяли, так что лучше такие в индивидуальной упаковке. Также вот такую вот вкусняшку решила взять. Печенье песочный сладкий сон, такие штучки я взяла, там с малиновым конфитюром, безумно вкусно, безумно нежно, о, вы должны это попробовать. И также увидела грецкий орех с вареной сгущенкой, тоже слюнка потекла, думаю, возьму, пусть будет. Ну, концепция похожая, но разные они. В общем, что по напиткам, вот такой вот квас хлебный, это у нас фирма Славич, мне не понравился, потому что, ну, это не фонтан, в прямом переносном смысле слова. Я люблю квас от фирмы Фонтан. Он делал раньше для Вкусвилла, сейчас не делает. И сейчас можно купить Перекрестки, царский квас, это Фонтан. Также можно купить Зеленая линия, это собственный бренд Перекрестка, тоже делает Фонтан. Вот там вот вкусный квас, здесь мне не хватает чего-то. То есть, ну, в принципе, он неплохой, но в сравнении с Фонтаном он не Фонтан. Далее вот такой вот напиток взяла. Я почему-то думала, что это будет что-то легкое, такое смузи. Думала, это будет что-то легкое, такое, знаете, ну, это прям такой концентрированный сок. И самое интересное, я уже заметила это потом, что это Lidl. То есть это
В Германии есть такой магазин Lidl, и это, собственно, производство. То есть к нам уже такие товары начинают проникать. Мне понравилось, слишком концентрировано, слишком насыщенно для меня. Мне бы это все дело разбавить 3 раза водой, тогда, может быть, да. А вот этот лимонад мне очень понравился. Хочу обратить ваше внимание. Такой вот лимонад от Вкусвилла. Девочки, это не типичный лимонад вот из супермаркета, где вы пьете что-то химозное, непонятное. Этот лимонад похож на лимонад, который вы заказали бы в ресторане. То есть мы когда, допустим, отдыхаем в ресторане, кушаем, и есть возможность заказать какой-то лимонад, я всегда заказываю лимонад. И это похоже действительно на какой-то авторский лимонад из ресторана. Очень вкусный, поэтому вот это вот дело я вам советую. Так что вот так, вот такие вот были небольшие покупочки из Вкусвилла, которые хотелось вам показать. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.